Так, начинаем нашу охоту. Пришел кейс уже с вот этими Audi. Я уже одно нашел. Круто. И должны быть брелочки. Но брелочков я уже здесь не вижу. А, здесь зеленые Audi. Тоже надо. Так, брелочки, брелочки, брелочков нет. Не успел, значит. Печалька. Будем искать дальше. Так, а тут пусто, тут вообще ничего нету из нового. Но подвешивали какие-то коробочки, потому что было тут пусто вообще. Тут акция все-таки работает. Еще до сих пор есть. Так, я снова в Антошке. Тут нашел, оказывается, еще завалялся один Datsun. Такое. Да ёпперсы. Это фишка, наверное. Поршики, кстати, тоже есть. Искал новый кейс, нашел Мерседеса. Ну-ка, пока как-то так. Ладно, будем искать дальше. Брелочки надо, брелочки. И шо, и шо, и шо, и шо. И не шо. И снова прямое включение. Так. Пару спецсерий. И нишу, нишу, нишу. Кому новую тачку? Вот не была бы она такая огромная, она бы, конечно, мне в коллекцию Volvo подошла бы. У меня их там уже штук 8-9. Ладно. Так, я зашел в АТБ. Сейчас мы чего-нибудь найдем. Во. Есть Audi и Porsche. Шикарно. Во. Так, ну сегодня, видите, вторник. Сегодня вторник. Так, больше ничего нету. Интересного. Так, зеленый Audi у меня уже есть куча. Как куча? Две штуки. И обе с битым блистером. Ну, здесь вот есть один кейс. Поразбрасывали все, пораскидывали. Бэтмен. Так, пришли мы в ВТБшку. Аудяшка есть. Так, СТХ. СТХ, где СТХ? Нема ничего такого. Так, одна Audi. Пошли дальше. И последняя ТБ на сегодня. Нету ничего. Ну, кто-то здесь уже был. Нету ни Audi, ни одного брелка не нашел. Печаль. Итак, 8 ТБ, я нашел один брелочек. Больше ничего. Ладно, всем удачи. На сегодня все. До новых встреч.